Я хочу пригласить на эту сцену Штанюк Дарья и Захар, Максимовский, Максим город Чугуев, город Харьков. Прошу. Один за всех. Все за одного. Меня Захар зовут. Мне 5 лет, и я из города Чугуев. Меня зовут Штанюк Даша, мне 10 лет, я из города Чугуев. Это мой родной брат. Меня зовут Максим, я из города Харькова, и мне 10 лет, и это мой двоюродный брат и сестра. Можно я о Злахаре расскажу? Нет, нет, пожалуйста! Потому что я родная его сестра, и я знаю. Любит играть в Лего со мной, но когда я не играю с ним, он обижается. Все, Даша, я с тобой не дружу. Это ты говоришь, я с тобой не дружу, все, я с тобой не играю, все. И, ну, а вообще он хороший и веселый, добрый, любимый братик. Я люблю, и когда-то она не выделает. Ну, они так себе. Они, ну, любят друг друга в душе. Так, ну, они бывают ругаются из-за того, что кто-то взял кого-то игрушку, что-то такое. Все, мальчики. Мальчики, Максим, не бояться. Ух ты! Здрасте! Покатайся, Лёшки! Здрасте! Можно подарки? Вам подарить? Пошли. Класс, подарки. Давайте подарки. Конечно, подарки мы любим. Так. Это вам. Да, спасибо. We love you. Это вы. Вы крутые, спасибо, прикольные, смешные. Сколько надо вам денег? Пошел фотку. Настя, да, посмотри. Сам. Смотри, похож? Один в один. Спасибо вам большое. Спасибо. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. 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 Как у вас дела? Вы волнуетесь? Ну, нормально. Ну. Мы не волнуемся. Все будет хорошо. Мы не волнуемся. Все будет супер. Деденьки, я вас только первый раз вижу. Меня беру... Я тебя тоже. Я рад, что мы наконец-то увиделись. А чем ты занимаешься? Я занимаюсь пением, хочу стать певицей, занимаюсь танцами, гимнастикой. Хочу стать танцором. Ну, ой, подождите, подождите, тут хочу написано «Кумир танцами. Настя Каменских». Боже, и мне подарок сделали. Видишь как он? Спасибо. Макс, а ты кем собираешься стать? Ветеринаром. Да? Ничего себе. И я ветеринаром. И ты ветеринар. Короче говоря, за подарки спасибо. Ребята, вы веселые. Будете шутить. Вы теперь в руках да, Насти. Да. Дети, скажите, вы готовы заработать свою первую 1000 гривен? Да. Да. Ну, давайте тогда. Поехали. И в начале нашего выступления хочется обратиться к сердцу уголовного розыска Кольцову Сергею Васильевичу. А то ведет дело по статье 153, пункт 4, злостное хулиганство. Папа, привет, я на 1+1. Случай в магазине. Здравствуйте, Любовь Маковна. Привет, Зимка. Мне 3 мороженое, шоколадку и жвачку. И это, запишите на меня в тетрадку. Эх, Димка, весь в отца, весь в отца. Представьте, мама уехала отдыхать, а сын остался с папой. Прошло 2 недели, мама заходит. Привет, мой хороший, соскучился? Сейчас мама тебе пельмени сварит. Умоляю, только не пельмени. Представьте, родители выбирают имя своему ребенку. Нашего сына будут звать Виктор Победитель. Не успели. Ваши аплодисменты. Этому прекрасному трио. Хорошие вы, ребята. Чуть-чуть не успели. Не рассчитались с миниатюрами, ребят. Но надо готовиться. Тут так просто время-то летит. Мало быть обаятельными такими, как вы. Надо быть смешными. Ничего страшного, все впереди еще. Даша, Захар и Максим. Ваши аплодисменты. Ребята, вы молодцы. Удачи. Молодцы. Спасибо вам большое. Мы вас ждем. Приходите пока. Еще.
Настю Каменских. Ну, мы очень рады, что дети наши попробовали, смогли выйти на сцену, перебороть себя и получить такое удовольствие от общения с нашими комиками.